Новости борьбы. 5 декабря в Ярославле прошел всероссийский турнир по дзюдо среди юношей, где очень и очень неплохо выступили наши спортсмены. Хоть победителем никто и не стал, но призовых мест удостоились Николай Круглов и Даниил Скоморохов. По 5 побед пришлось одержать нашим спортсменам, чтобы подняться на пьедестал. Достойное выступление. 16 декабря в спортзале спортивного клуба «Спарт» прошло первенство Углича по дзюдо среди юношей 12-16 лет, где участвовали 27 борцов нашего города. Победили в своих категориях Артем Лагутин, Николай Круглов, Даниил Бектимиров и Руслан Демишев. Федерация борьбы нашего города обнародовала пятерку лучших борцов Угличского муниципального района 2006 года. Их имена на ваших экранах.